Здравствуйте. Добро пожаловать на святую землю. Мы рады, что это стало уже действительно доброй традицией посещения вами нашей святой обители Валаамского монастыря. Так, в эти же июльские дни посетил наш монастырь великий князь Николай Николаевич Романов. И в эти трагические дни Первой мировой войны он решил построить здесь этот храм, где бы монахи поминали бы имена, увековечили их память всех, кто защищал беззащитных, и любовь этого святого долга, этого воинского исполнил. Вот изображается здесь иконографически, вот, в принципе, отношение наше христианское к этой сложной теме войны и мира. Вот эту икону нам подарил для освящения этого храма, возрожденного уже святейший патриарх Алексей, вложенной памяти. Вы видите множество здесь крестики, сережки. Это мы принимали только у людей, у которых конкретные чудеса какие-то были. Исцеление от рака, рождались детишки из семьи, которых много не было детей, много лет. И, можно сказать, наше местное чудотворное. Ну, ее восстановили уже тоже, она, конечно, все было очень в плачевном состоянии. 19 века. Это 19 века, да? Да, она уже реставрирована. А еще там внутри никаких не росписи, ничего не могли. Новый кирпич, и небо над головой. Помнили сегодня. Здесь вот такие, как вы помните, 30 томов «Ленинградская блокада». Вот, мы очень дружим с Верой Дмитриевной. Она была буквально 3 недели назад. Впервые за свои 91 год она уже так осознанно генеральная исповедь такая. Исповедовалась, причащалась. Такой крепкий человек приехал, всю службу стоит, молится. Да, вот поминаем, здесь по несколько страниц, на псалтире всех идут имена. Вот здесь есть и знакомые имена. Да. Родной брат, Владимир Владимирович. Блокаду. Трехлетним, 2,5. Спасибо. Да, думал, приедем, остынем тут в холоде. А тут... Вода 25 градусов сейчас. А тут жара больше, чем у нас. Чем в Черном море. Спасибо, что вы доехали до нас. Всего доброго. Всегда молитвенно рядышком с вами. Спасибо, что не бросаете нас. Мы рады.